Если успеешь поставить лайк за 3 секунды, то будешь учиться только на отлично! Всем здорова, дорогие друзья, с вами по-прежнему Оверфон и Бобби, и добро пожаловать в угарную игрушку под названием Roblox! Всем хаюшки, мальчишки, девчонки! Да, чайки! Ну что ж, ребят, сегодня мы поиграем в угарный режим, в очень интересный. Сегодня мы с пацанами будем на Титанике, на том самом, который врезался в айсберг. Сегодня мы будем выживать на огромном корабле. А вы, друзья, ставьте лайкусик, если вдруг не успели поставить за 3 секунды, у вас вторая попытка. Заранее огромное спасибо, нам с пацанами будет безумно приятно. Ну что, парни, вот такой у нас огромный корабль, нам нужно выживать, и у нас сверху написано задание. Возьми друзей и пойди в Grand Staircase, пацаны. Нам нужно погнали. Куда-то пойти, что ли? Погнали, слушайте. Погнали. Ну да, давайте посмотрим, куда нам надо вообще. Ага, хорошо. Самое главное, парни, это не допустить столкновения с айсбергом. Да, это точно, чтобы не тонуть вообще. Да, я не могу, кстати, туда зайти. Вы можете туда зайти внутрь? Нет, тут надо купить. Ага, вот именно. Да-да-да. Смотрите, пацаны, какая высота. Только не упадите вниз. А если у меня... Морская болезнь. Тогда ты все тут, Бобян, испачкаешь. Смотрите, какой Титаник огромный. Отдалите максимально. Жесть, друзья, вот это Титаник. Ну за такое реально лайкусик. Пока что у нас все хорошо. Нет, ага. Но это с кайфом. Хорошо, что нет айсберга. Если был айсберг, пацаны, нам бы было уже очень плохо. Может быть, надо вниз спуститься, скорее всего. Не, вон, смотри. Anybody is allowed. Explore the boat. Front of the ship, Roblox of Titanic. Нам, короче, нужно, блин, на самое начало прийти, на нос. Погнали. Да, там много народу стоит. Смотрите, там мужики повторяют сцену из Титаника. Давайте тоже так сделаем. О, погнали, друзья, погнали. Погнали. Сейчас из Титаника. Да-да, точно, побежали. Ты вставай, Андрюха, туда, я сзади встану. Только ты меня не обнимай. Команда, слушайте, капитана и всех приглашает нас на мост. Давай, Андрюха. Все, давайте, пойте, мужики. Бобян, ты поешь, мы с Андрюхой имитируем. Джек, я так рада, что ты у меня есть. Или как там его звали? Джек же, да? Его звали Андрюха Карцар. Ну да, это я. И Джек Воробей. Так чё, пацаны? Капитан и команда, а Эйбл, короче, иди возьми это, Скотланд Драйв. Скотланд. И вот. Забаррикадируй Скотланд. Вообще все двери на этом Титанике, чё, пацаны? Ну мало ли чё, ну, надо... что, будут какие-то грабители, пираты? Нам надо баррикадировать, парни, все двери уже в этом Титанике. Слышь, работать. Да, реально, а где наш капитан, кстати, командный? У нас его нету. У нас нету капитана? А вот он стоит. Капитан! Капитан! У него никнейм Мандарер какой-то, Манадер. Жалко, конечно, парни, что я не капитан. Я бы тут так откапинитовал. Слава богу, что ты не капитан. Я нашел Кэпа. Я внутрь зашел, Андрюха, где Кэп? Кэп стоит возле руля. А, пойдем к Кэпу, Бобян. Ой, он исчез куда-то. У нас куда? Капитан, у нас капитан на поле. Капитан, ты куда делся? Где наш капитан, пацаны? А может мы теперь будем капитанами, слышите? Давайте. Чур, я буду... А, так туда нельзя, Андрюх, зайти. Арена для члена экипажа. А если мы вот нажмем на эту аренду, что будет, пацаны? Ну, тут надо поинты какие-то. Деньги. А, у нас нет поинтов, что ли? Искать где-то или как-то получать. Пойдем внутрь корабля, пойдемте внутрь Титаника, парни. Пока что все у нас хорошо, пока что мы можем почилить. Погнали внутрь зайдем. Да, да, погнали. Да, слушайте, мужики, вы работники угля, вы почему не закидываете уголь? А мы работники угля? Нам надо работать. Понятно. Я второй класс. Андрюха второй класс, а мы работники угля. Пойдем это, уголь закидывать, слышите? А где уголь? Я не знаю, парни. А куда он что-то закидывает? Марк Кольни Мессейдж. Надо ножи назвать. The last time 9 Titanic so late died. Daylight. Это что значит? Я пошел уголь закидывать. В последнее время в Роблоксе погибло 9 Титаников. Ё-моё, нифига себе. Слушай, Бобян, пойдем в коптерку в угольную, будем закидывать уголь. Давайте, я же за вами иду. Да, она, наверное, 100% где-то снизу. Не-не-не, наверное, коптерка снизу. Вы посмотрите, какой огромный Титаник. Жесть. Да, вообще жесть. Этажей. Ребята, вот вам это целый небоскреб на воде. Титаник. Я уже устал туда сейчас. Нам еще наверх будет, надо будет потом идти. Ну, потом, наверное, да. Ну, слушай, а вот. А где уголь закидывать? А я не знаю, друзья, где закидывать уголь? Нам надо спасти Титаник. Мы вниз шли. Вы тут работаете, ё-моё, не знаете, где работаете. Вы чё?
Ну и ладно, не. Давайте на улицу выйдем. А там уже потемнело, что ли? Там уже темно на улице? Ну вот, в окне посмотрите. А ну, пойдем подымемся. Не нравится мне это. Пойдем наверх, пацаны, пойдем спать узнаем. Спать надо будет. Погнали, мужики, узнаем. Мужики, я заблудился. Так, подождите, парни, я вышел. Да, вон уже все там темно. Там уже темно, вон наверх, мужики. Лоу-кек. Давайте на самый верх, блин. Погнали, там, погнали. Блядь, поворачивай, там айсберг справа. Мне дали бонусы, а там айсберг, друзья, пока мы искали уголь, там уже айсберг. Дядя, не надо! В натуре, друзья, там уже айсберг, что ли? Капитана нет, он не поворачивает корабль. Мужики, мы реально идем к айсбергу, друзья! Нет, пока мы нет. жили на этом Титанике, мы идем прямиком на айсберг! Ёкарный бабай, сейчас сдохнем! Стартборд! Пацаны, шлюпки, блин, это! Давайте, заходим! Шлюпки, как нет! Через еще нельзя! Блин, смотрите, айсберг, мы друзья! Мы идем прямо на айсберг, мы не можем повернуть корабль, у нас нет капитана, он уплыл! Капитан! Пожалуйста! Поворачивай! Почему не поворачивай? Лев руля! Диман, вставай за руль, делай что-нибудь! Я поворачиваю налево мыслями! Почти ушли! Мысля. Мужики! Почти ушли! Дядя, не надо! It's gonna hit! Мы ушли от столкновения! Вон справа! Да, его, походу, черканули, слушай, не... Мужики! Трещим! Я тонем! Тихо, нормально! Нет, сейчас заденем, смотрите! Задели, мужики! Ой-ой-ой, кусочки айсберга! Задели, друзья, Титаник наш, капец! Пока мы бегали, искали, куда закинуть уголек, нас нашел огромный Титаник, и все, мужики, пробил нам эту боковину! С айсбергом в прятки не играем больше. Ой-ой, все, мужики! Что теперь делать? Корабль может дальше плыть или нет? Я не знаю, корабль, похоже, больше дальше не поплывет, нам нужно это... в лодке. Чтоб нас кто-то спас, мужики, слышите? А кто нас спасет здесь? Я не знаю, все, там слишком большое это... Урон получил эти... комнаты, каюты, мужики, слишком большое. Да, все, походу хана. А что теперь делать? Все, ничего, я вон это, СОС включаю, фонарик, помогите! Помогите! Сос, помогите! Мне плохо стало. Короче, друзья, сейчас мы пойдем ко дну. Короче, все. Не надо ко дну. Нам хана, пацаны. Нам хана. У нас нет капитана, у нас нет угля. Мы вообще сейчас умрем. Не, кстати, пока что Титаник держится, ребят. Слушайте. Так может пробить это и не было. Да было! Ого, Бобян, ты как забрался? Мы тонем! Мы падаем, Бобян! Бей в колокол, Бобян! Бью! Ребята! Полундра! Всем выжившим и не выжившим! Полундра! Титаник прошел айсберг! Ну слушайте, все, парни! Мы пока что с вами живем! Нормалек! Нормалдес, слушайте! Так что, может, найдем, где уголь закинем или что? Не, нам нужно это... Посмотреть, где потенциально мог быть урон! Давайте надо спуститься вниз. Мужики, вот. Чё тут? О, тут дырка, надо закрыть эту дверь. Надо было уголь закидывать. Смотрите, я закрыл дверь. Там есть, да, коптерка? Ага. Закрывайте двери, блин. Да вон на туре. Где тут уголек, Бобян? Ну я имею в виду, а тут вниз можно идти. А где уголь-то закидывать, Бобян? Ой! Мы тонем! Ой! Мы тонем! Ой, наверх! Ребята, там вода! Слушайте! Бобис, ты чё, утонул? Вентиляция затоплена. Бобис, а ты всё, умер? Бобис! Я не могу вылезти, я вылазь, да, вылазь! Шех, там очень много людей, смотри! Ребята, вода идет ко дну! Андрюха, нет! Андрюха, вылазь, мы тонем! Да подожди, блин, что тут происходит, там вода реально... А как там? Пацаны не закрыли щель, что происходит, как спасаться? Видимо, нас это, айсберг протаранил с самого низа, и там это... Спуститесь! Ё-моё! Смотри, тут все в воде! Там все в воде! Андрюха, не спускайся! У меня там скалориска поднимается, мне аж плохо становится. Да, там очень опасно, давайте наверх, мужики. Давайте, бегу. Надо спасать всех пассажиров. Да, все пассажиры, друзья, сейчас будут там затоплены, вы понимаете? Там идет снизу потопление. Там снизу у нас затопило уже, мужики. Потоп! Затопили нас. Затопило. А у кого есть ведра, парни, вычерпнуть все это дело? У меня только ладошки. Ё-моё, нам надо вычерпнуть. Позвони. Да, вон мы уже... Слушай, Бобян, свяжись с береговой охраной, скажи, на айсберг врезался, слышишь? На айсберг, блин. Да. Если будет ловить. Да, связывайся. Алло, срочно, береговая охрана, слышно? Супер. Да, мы, короче, врезались в большущий айсберг. Он нас протаранил. Нужна береговая охрана, срочно спасите нас. Да, мы где-то в океане. Большой и огромный Титаник. Да, ждем, ожидаем, все, спасибо.
Все, я вызвал. Короче, спасибо, Бабиан, но я хочу вам сказать, что 5 наших отсеков были затоплены, парни. Судно не может дальше продолжать движение. Короче, Эндрю Ньюс говорит, что Титаник пойдет ко дну. Механическая конструкция не выдержит, мужики, все. Ага. Ой, и что теперь? Надо уплывать. Да как, мужички? Мы ловушки, Титаник играет, как-то последний оркестр. Выйти. В последний раз, последний бой, мужики, все, нам вообще габелла лютая. Пацаны, все, наш Титаник идет ко дну, нам ничего не сделать. Жесть! Ой-ой-ой, есть место для меня, пожалуйста? Нам никак не спасти положение, мужики. Нам никак не выбраться, парни. Мы реально идем ко дну, мы додики. Так, мы сейчас уплывем нормально на лодке. Только в чрезвычайных ситуациях лодка будет использоваться. Нам нужно спасти, мужики, команду и спасти все. Да мы же сами спасемся. Давайте в шлюпки. Команда предлагает всем идти срочно в спасательные шлюпки. Все в спасательные шлюпки. Садимся. Да, спасаемся. Крушение, мужики, Титаник идет ко дну. Смотрите, он тонет, но зовет ко дну. Все реально ко дну идем, мы там все затопило, мы там ходили, там вентиляция, все в воде, да. Блин, капец. Эх, если бы была ведерка, мы бы вытащили воду, мужики. Кстати, у нас лодка называется Ливерпуль. Да. А знаете что, надо было все это, все выпить, всю воду, и мы бы спасли всех, и Титаник. Так она зеленая. А если бы мы выпили, мы бы захотели бы по-маленькому, и опять бы затопили корабль. Блин, реально, а надо было набирать в рот, мужики, а потом выплевывать. Во, мужики, все, смотрите, лодка же зашаталась, парни. Да, написано, отпустите рулоны. Отпустите веревки. Так, а как? Веревкой отпустите кто-нибудь. А, вот, я вижу одну веревку. Я не буду ничего опускать. Мужики, там вон это, веревки надо опустить. Пусть челик отпустит. Там другалек жертвует собой, нас походу отпускает. Опускай нас, мужичок, опускай нас, братан. Видите, он отпускает, да. Да, на скайп. Отпускайте. Помогите. Хорошо, что он хотя бы, друзья, нас опускает, а для него места уже нету. А он правильно вообще опускает? Потому что, мне кажется, мы сейчас просто все в воду упадем. Не, мы не, эвакуируемся, друзья, эвакуируемся. Надо верхнюю, чтобы он опускал теперь еще. Так да. Братан, ты значит перевернешь! Так я же говорю, мы сейчас утонем, блин. Он нас сейчас опрокинет, пацаны. Мужики, помогите. Опускай, вон пошел, пацанчик. Давай, другая. Вверх опускай, дядя. Мужики, отсек Е. Затопили третий класс. Слушайте, все. Мы сейчас это перевернемся. Мужики, все, нам хана. Слушайте, он нас сейчас перевернет. Что ты делаешь? Как ты нас опускаешь? Как он нас опускает? Мужики, там конец. А там никак не нажать самому, парни? Нет, другалёк пытался нажать, он уже за бортом оказался. О, парни, принимаем перпендикулярное положение. Жестко. Две спасательные шлюпки готовы к отправлению. Мужики, и смех, и грех до слез на самом деле. Ну, можно в другое место пойти отпустить. Пока он верхний опустит, с нами ничего не произойдет, мне кажется. Да все, он не может. Он не может понять. Он понял. Молодец, братанчик, молодец. Мы сейчас быстрее в воду зайдем вот так перпендикулярно, блин, мужики. Ой, боже мой. Короче, так или иначе, спасательные шлюпки не поместились, команда и корабль. Ой, это и капитан. Для них не хватило места. Места не хватило, друзья, все. Они идут на дно, вот капитан спускает воду. Веревку. Капитан, дорогие друзья, идет ко дну вместе с кораблем, а мы опускаемся. Да, кто-то мы тоже уже водил. О, все! Ух, нормально! Так мы выжили, или нормалды, что? Нет, мы вот только плывем еще. Гребите на веслах, мужики. Не понял, а почему там мы бронежилет один. Бронежилет один. Не, не надо, а наоборот. Бабиан, что я скачил? Бабиан, убери эту штуку. А где как сесть? Садись, Бабиан. Я не могу сесть. Бабиан, садись. Нет. Перегрузка. Сиди, Бабиан, сиди. Бабиан, ты сейчас уплывешь. Пошли вон. Хорошо, Бабиан, молодец. Все, плывем отсюда, ва. Давай, направление показывай. Смотрите, Титаник уже это в воде, мужики, погрузился. Господи, боже мой. Титаник в воде. Да, Титаник, жалко, короче, полностью затопило. Капитан спускал нас. Да нас не капитан спускал, какой-то дуралей, блин. Капитан пошел на дно, но вы видите, как он быстро затонул. А слушайте, а Титаник-то не треснул, пацаны. Нормально. Ну, да. Он сейчас просто вот так вот и нагнется, и все, и пойдет ко дну. Смотрите, ресепшн рум из флудинг. А ресепшн рум, он был достаточно высоко. Ну да. Точно, офигеть. Вот там, ребят, затопление пошло Титаника. Ну что, уплываем или что? Причем лютое. Ну, надо ждать береговую охрану Блобиса, которую он вызвал.
Ну да. Смотрите, друзья, как нас уже тут много на этой спасательной шлюпке, парни. Я бы вообще попробовал доплыть, блин, до Титаника и там побегать, посмотреть, что там происходит. Слышите? Может, чё, не надо? Да, я бы хотел посмотреть, пацаны, как там этот Титаник поживает. Нам бы весла туда залезть, на этот Титаник, вернуться, пацаны! Да, ну, давай, плыви, тогда возвращайся. Ага, если я поплыву, парни, я умру, я погнал. Давай, 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 удачи. Умереть. Парни, я погнал! Я на Титаник плыву, мужики! Парни, я погнал, я спасу всех! О, я на Титанике, давай побегаем к нам! Бегу, бегу! Посмотреть, друзья, Титаник идет ко дну, там все поломалось уже, все просто! Давайте посмотрим на лодку! Это невероятно! Да, и тут есть лодочка, погоди! А, нет! Я наверх пошлепал! Это смотри, Андрюха, эту лодку нельзя снять! Или можно, только член экипажа или капитан знает, как настроить спасательную шлюпку, а мы обычные, я угольный чел, слышишь? Да, ты шахтер. Я шахтерик, блин, я не смогу. А погоди, тут народу прям куча, смотри, заходи внутрь. Да, все на Титанике, друзья, все ждут крушения. Бабян, да вот ты с нами там? Ну, конечно, конечно. Жесть, ребята, все, лодка идет ко дну, наш Титаник пошел ко дну, реально выживание на Титанике. Точно. А мы это сразу в шлюпку, как крысы, с корабля. Там шлюпку одну спустили тоже. Еще одну? Ну да, только она утонула. А, да, а, она вон вдалеке какая-то. Я не знаю, вот она здесь должна быть, по идее. Там еще вон одна вдалеке уплыла. Давай на самый верх пойдем. Погнали, погнали на самый верх, ребят. Может, нас кто-нибудь спасет, слушайте. Может, реально какая-нибудь береговая охрана нас это защитит. Ну, блин, Бобин же вызвал. Слушайте, а там ломается уже что-то, парни, прям. Где, где, где? Да, там он уже все пыхтит, Титаник весь. Капец! Там вон одна лодка там катаются, ребята. Слушайте, а сверху мы сможем выжить, парни, сверху. Думаешь? Да, да надо нет, наверх до какого-то времени. Да. Ну вообще, да, до какого-то времени. Все. Смотрите, где айсберг далеко. Айсберг реально далеко, это вот он нас уничтожил. Все, Андрюх, туда нельзя уже. Надо постараться побегать, тихо-тихо-тихо. Бабян, ты шоу, на приколе. Прикинь бы, спрыгнул и умер бы, хотя там шлюпка есть спасательная. Не доплыл бы до нее, шлюпку? Да, офицерские эти каюты ушли тоже под воду, парни. Да. Что, реально? Да, Титаник весь погружается. Там, погодите, главное, это, лестница затопилась. Давайте позвоним. Ты что, Димон? Пацаны, я упал. Тихо-тихо-тихо. Не могу встать! Парни! Парни! Так ты на хью нажми. Ой-ой-ой! Андрюха! Нас скидывает вниз просто! Тяжело ходить уже на самом деле. Давайте, может, что-нибудь придумаем. Давайте убираться отсюда. Может, уже на шлюпку, пацаны? Вон, давайте налево пойдем, там мало места. Лови меня, Бабян! Дай руку! Руку! Димон! Погнали, погнали, найдем какую-нибудь шлюпку и уже можем попробовать, наверное, на шлюпку опять вернуться. Мы сами не можем ее опустить. Не-не-не, доплывем, доплывем. Ну, вон там слева была, там мало места, погнали. Погнали, давай тогда за Бабиана, слышишь? Вот она, прям под нами, мужики, прям под нами, прыгаем. Так мы сможем, нет, мужики, давайте. Я прыгнул! Ох, щит, там уже не подняться, парни! Да. Слышь, ты где? Андрюх, там Бабян уже вон на шлюпку пошел. Он справа. Реально? Справа, справа. Он прыгай. Выжил? Бабян, живой? Ай! Да, 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 жив. Ну что, мужики, погнали! Давайте. Всплывай, всплывай, иначе бьет больно. Жесть, вот я с Титаника, пацаны, сиганул. А как, не всплывается? Парни. Ну, плыви еще. А, вот, плыву, плыву, плыву. Успеваю, нет, успеваю на вас. Ты сейчас отдохнешься, Димон. Да не. Фух. Хорош. О, жесть, парни, посмотрите, как Титаник идет ко дну. Вообще, он нас поднялся. Офигеть. Да-да-да, это наш спаситель. Жесткач, друзья, надо ждать береговую охрану или кого-нибудь, чтобы кто-то нас спас. Да. Слушайте, на Титанике отключилось электричество, парни, все. Свет погас. Все там габелла смерть. Да все, он уже, видите, как нагнулся, он уже все, идет ко дну прям люто. Хорошо, что мы вот сейчас в шлюпку прыгнули, а то без света там мы бы с вами до конца уже остались. Он ломается пополам! Ой-ой-ой-ой! Дядя! Щит, ребята! Титаник быстро потонет. Треснул пополам. Ё-моё, одна часть отделилась от другой. Все, сейчас он быстро, друзья, считанные просто минуты. И Титаник пойдет ко дну. Просто считанные минуты. Офигеть. Реально мы вовремя, парни, спрыгнули. Прям вообще. Сейчас вместе с ним попали. Тютелька в тютельку, реально. И все, и мы, друзья, свалили с этого Титаника. Иначе он, смотрите, как быстро, парни, видите? Да, такой дорогой корабль. Да, жесть. Не повезло тем, кто не выбрался оттуда. Повезло нам, мужики. Да, ох, мы везучие. Ох, как он быстро, пацаны, тонет. Это вода вообще... Вода коралловыми...
кораллами им. Вода кораллами. Да, ну все, парни, это просто жесткач. Смотрите, первая часть, парни, она уже полностью под водой, ничего не видно. Всё, её не видно. Шлюпки там две стоят, и осталась последняя часть корабля, друзья, и она тоже тонет. Офигеть, а у нас это переполняется, парни, эта лодочка по-тихому, нет, не нормально? Не надо, не надо. Уже да, нормально все? Нормально, пока. Вон хватает. Там айсберг, а сказать, что мы будем есть в океане открытом, еще и в холодном, вам не холодно? Ну, холодно. Прохладненько. И мокро уже. Да, и мокро. Ну, мокро, Бабян, это у тебя было еще, как мы врезались, ты описался сразу. Смотрите, все, парни, он идет ко дну. Красиво тонет, кстати. А кто-нибудь нас вообще спасать собирается? Ау! Не знаю. Сейчас нас акулы спасу, точно. Не, ой, я как будто не, в космосе. Акул не надо, вы тоже это видите? Да, кто, как будто космос? Да-да-да. Да-да, мы видим космос. Ребята, мы в космосе! Смотрите, как тонет. Вода исчезла. Вода исчезла, мы в космосе, друзья. Титаник все высосал. Жесть, Титаник пошел ко дну, друзья. Все, ну там все уже, все, корабля не осталось. Ну все, посмотрите, как он наклонился. Просто невероятно, парни. Прям перпендикулярно всё. Морскому дну океаническому. Смерть. О-о-о, Титаник пошел на дно. Буль-буль, карасики. Я там айфон забыл. Ё-моё, Бабян, ты шо? Все, новый купишь. Плыви давай. Почему у нас... У вас тоже воды нет, парни? Что за рофл? Где вода? Ты куда полетел? Да я летаю, парни. Ой, я в воде. Долетался. Долетался, другалёк. Ой. Фух. Давай садись. А что, мы в космос реально, парни? Все? Да. Тогда мы сейчас двигатели реактивные врубим и полетим. Может, в натуре сдохли, и это все воображение во сне. Все, мы уплыли. Фу! Ой, слава мы богу. Мы спаслись. Ох, это была жесть, кстати, береговая где-то охрана, друзья, так и не приехала. Вы слышите вообще? А, мы сами доплыли. Да, вот куда нам надо было идти. Нам надо было идти в котельную, Бабян. Вот, смотри. Котельную? Да, вот. Вот здесь нам нужно было это, заваривать котелок. Будет жарко здесь. Вот, я работник угля, парни. Я должен был подкидывать уголь. И все это должен был делать в котельне, да. Мы здесь должны это, и все были делать, Бобис. Тогда бы мы с тобой выжили. Да. Короче, друзья, погнали наверх этого Титаника, выберемся. Это было что-то, друзья. Но в итоге мы на шлюпке-то и спаслись, парни, правильно я понимаю? Ну да. На шлюпке в космосе. А вот если бы вы, конечно, реально уголь закидывали, мы бы не потонули. Какой угар, друзья, блин, но в Роблоксе это очень смешно. А на самом деле, друзья, это действительно мировая трагедия, мирового масштаба, блин. Ситуация страшная, ситуация, на самом деле. Мем смешной, ситуация, друзья, патовая. А вот! Так мы здесь были, так там затопило все. Да, но там в тот раз все затопило. Да-да-да, мы там и бегали, друзья, но там все затопило потом. Вот это, друзья, конечно, Титаник и выживание на Титанике. Ну что ж, я думаю, что на такой солнечной ноте можно и завершить сегодняшний ролик. Мы с парнем надеемся, что вам все понравилось. Обязательно подписывайтесь на наш канал, не забывайте про лайки, про колокольчики, про положение комментариев. На этом у нас все. С вами сегодня были Оверфони и Бобби. Всем большое спасибо, удачи и пока-пока. Всем бай-бай, дорогие друзья. Эй, чуваки.